скільки живе людина, увесь час намагається подовжити собі вік. Чи можливо повернути собі вік, повернути собі молодість? Ми про це будемо дізнаватись від Марини Соломатіної, кандидата медичних наук, лікаря-терапевта, лікаря-кардіолога, доктора філософії. Пані Марина, дуже раді вас бачити. Доброго дня. Добрий день. Насправді, таке питання, як подовження віку, взагалі, весь час бути молодим, це питання, воно стосується, мабуть, кожну людину. І увесь час ми думаємо про те, як же так зробити, щоб ми увесь час були молодими. Так от, чи це можливо насправді? Возможно, хотя к этому надо прикладывать определенные усилия. Вы знаете, на самом деле есть много примеров в животном мире, которые говорят о том, что очень большая длительность жизни возможна. Это зависит от многих факторов. И вот сейчас очень важно разобраться, что зависит от нас, что от нас, к сожалению, зависит мало. Ну и немножко есть такого, что от нас почти не зависит. Так, ну давайте тогда с того и начнем. Что же зависит от нас? Это, мабуть, найперше, что мы сами можем сделать для того, чтобы наш век был долгим, довшим. Ну, для начала давайте я сошлюсь на данные Всемирной организации здравоохранения, которая оповещала о том, что где-то 40% зависит от генетики, ну, то, на что мы можем влиять, но, может быть, не столь активно. 10%, к сожалению, зависит от лечения, всего лишь 10%, ну, а остальные 50% от образа жизни. Вот это то, на что мы можем влиять и что определяет нашу возможность быть действительно молодыми, если мы все выстроим правильно. Но это непросто. Так, ну, тобто ми повинні орієнтуватися на оті 50% спосіб життя, мабуть, на них найбільше. Чи ні? Я думаю, що треба орієнтуватися, знаєте, щоб було все добре на всі 100%. Ну, на гени, пожалуй, ми не завжди можемо впливати, але можемо. В цій зв'язі, знаєте, можна сказати о том, що 20-й век був веком генетики, коли пройшли епохальні события, які дозволили нам розуміти, що це таке, як це працює, ці механізми. А от 21-й век вже век епігенетики. А епігенетика – це та вновь розвивающаяся наука или отрасль генетики, как хотите, скажите, которая говорит, что нам надо сделать, чтобы повлиять на свои гены, чтобы усилить их сильные стороны и ослабить старые. Слабый, простите. Ничего себе. То есть настолько так уже мы сделали такой величезный крок вперед, и мы теперь можем впливати навіть на гены, так? На свои. Да. Гены могут по-разному отвечать на события внешней среды. С 2008 года мы уже знаем о том, что воздействие разными факторами на один и тот же ген вызывает разный ответ гена. Так вот, нам надо для длительности жизни и для хорошего его качества, чтобы ответ был таким, как нужно для продолжительности жизни. Так, і які ж це така відповідь? Тобто, як саме, якщо так простою мовою розповісти, пані Марино, як саме треба впливати на ті гени і як саме це робиться на практиці? Вы знаете, на самом деле это очень тесно связано с теми 50%, о которых я говорила, с образом жизни. Да. То есть, конечно, есть то, на что мы повлиять не можем. Есть, скажем так, очень неблагоприятные мутации, но медицина тоже отчасти с этим справляется, отчасти нет. Ну, оно по-разному бывает. И сейчас идет колоссальный научный поиск того, как можно преодолеть те мутации, которые мы влиять не можем. А вот с образом жизни все как бы и просто и сложно. Просто потому, что реально можно действительно и свои гены подтянуть, и многие вопросы в биохимии своего организма улучшить. А сложно, потому что нам трудно это делать. Но если мы попробуем структурировать мой ответ, то первонаперво печально и грустно, но огромная связь с продолжительностью жизни с питанием. И самая неприятная новость для нас, к сожалению, это та, что самая большая доказательная база по увеличению продолжительности жизни – это низкокалорийное питание. То есть, по-русски говоря, небольшое недоедание. Угу. Тобто це, але ж не всі країни мають такий показник. В деяких країнах він трошки вищий, так, а в деяких нижчий. Ви говорите, зараз спрашуєте про продовжительність життя, так? Про харчування. Тобто якщо ми
візьмемо так за приклад, тобто хтось десь хтось доїдає, а комусь не вистачає харчування повноцінного. Ні, я не об это имела в виду, і не это заложено було в исследованиях, о которых я говорила. Дело в том, что если человек немножко не доїдає, сознательно не доїдає, недополучає, ну вот те самые вожделенные калории, то в принципе это идет на пользу для него, поскольку его продолжительность жизни увеличивается. Но при этом питание все равно должно быть сбалансированным. Для стран, в которых есть существенный недостаток, есть голод, ну, конечно, да, у них явно не сбалансированное питание. Поэтому, к сожалению, нам немножко надо ограничивать свои рационы для того, чтобы чуть-чуть не доедать в этом случае. Продолжительность жизни больше, организм мобилизуется. И клетка говорит, так, условия не очень хороши для меня, и я должна все силы свои, весь генетический потенциал поставить на службу своего сохранению жизни. И это получается. Ось як. Тобто їсти трошки меншими, можливо, кількості, так? Нехай там буде те, що нам потрібно в раціоні, але меншими порціями, так, можемо казати, так? Поэтому питание – это пункт номер один. И отсутствие избыточного питания – это все к пункту номер один для того, чтобы продолжительность жизни была достаточно большой. Второй пункт – это физические нагрузки. Ну, в общем-то, мы вышли из природы, и для того, чтобы поддерживать хорошую форму, нам нужно обязательно двигаться. Поэтому самая простая рекомендация – это 10 тысяч шагов. Сейчас у многих есть фитнес-браслеты, поэтому смотрите на свои браслеты. И тогда все будет хорошо, если вы 10 тысяч шагов в день, сутки. Так? Да, на добу 10 тысяч. Ну, это так достаточно. Це треба ходити пішки, можна сказати так. Ну, ви знаєте, американський коледж кардіології взагалі для людей, які хоч якісь проблеми з серцем мають, виставляє наступні дані для того, щоб мати достатньо хороше стан серцево-судинної системи, мінімум півгодини в день фізичних занять 5 днів в тиждень. Активно, тобто ще активні фізичні вправи. Я навіть собі запишу, бо, знаєте, це треба мати такий записник, мабуть, на кожен день. Тобто 10 тисяч кроків треба зробити обов'язково. Так, скільки мені ще осталось? Зробив. Так, можливо, навантаження фізичні. Тобто не просто ходити, а можливо десь займатися. Ну, зарядка нехай там 15-20 хвилин на день хоча б, так? І це вже будуть результати якісь, так? Краще. Чи цього недостатньо? Ну, не упрощайте. Я ж сказала 30 минут. 30 хвилин, так. Понимаете, дело в том, что это имеет биологическую основу. Для того, чтобы образовывалась энергия, мы с вами за каждую мысль, за каждое движение расплачиваемся энергией. Есть такая энергетическая валюта в клетке, называется молекула АТФ. Вот мы ей за все платим, за все. И для того, чтобы она образовывалась, нужна работа таких особых телец внутри клеток, митохондрий. А они запускаются где-то через 20 минут после интенсивной нагрузки. Полчаса дай организму, чтобы он хорошо завелся, энергия выработалась. Так, тут зрозуміло. С приводу, вот, кажуть, питної води. Кажуть, що вона повинна бути обов'язково в раціоні, там, ну, до 2 літрів на добу. Це для дорослої людини з середньою вагою. Так? Чи це є така норма, чи вона... Да, є. Ну, я би сказала, ще здоровому, відносительно, хоча б здоровому чоловіку, тому що, якщо у чоловіка отеки, то, пожалуй, як би, треба би... Менше. Звісно, це вже залежить від ситуації. Тобто, будь-яку рекомендацію не можна виривати з контексту. Треба її зрозуміти, так, від чого вона залежить, чому саме вам така рекомендація потрібна, так? Тобто це індивідуальний підхід повинен бути до кожної людини. Так, ну і хоча б, ну, щоб це був определений рівень здоров'я, тому всім вподряд однаково, ну, як би, не можна, це неправильно. Так, пані Марино, ну тут зрозуміло. Значить, ми маємо навантаження фізичні, так? Питання. Ми себе обмежуємо в харчуванні, ну, скажем так. Вы знаете, есть вторая сторона медали. Я бы так вот тоже жестко бы не формулировала. Ограничения должны быть тоже разумным, потому что вторая сторона состоит в том, что если мы начинаем себя сильно ограничивать, у нас возникает состояние хронического стресса, это тоже плохо. Поэтому все должно быть в разумных пределах, так, чтобы это не отравляло жизнь. Но такие исследования, к сожалению, о том, что надо ограничивать рацион питания, не переедать, они имеют очень большую доказательную базу. Третий пункт, о котором, пожалуй, следует поговорить, это позитивное мышление, противодействие стрессу,
Это чрезвычайно важно, потому что здесь есть моменты и социальные, и биологические. Но если мы можем это делать, это замечательно. Для этого есть определенные методики. Самую большую, опять же, доказательностью в медицине, то есть я говорю то, что доказано, а не то, что гипотетично было бы хорошо, все-таки имеют такие методики, как медитация, и неплохо зарекомендовала себя йога, то есть там, где человек серьезно этим занимается, хороший действительно достигает результат. Ну, такая антистрессовая программа всередині себе, она должна быть, так? Бо и, да, дуже... и сон. И спать треба. Ощу. Обязательно. Дело в том, что масса гормонов восстанавливается во сне. Ну, в частности, гормон кортизол, чрезвычайно важный для нас гормон, который, как петушок, нас должен утром разбудить. Если он за ночь выработался хорошо, и вы встаете бодрыми, счастливыми, веселыми. Утро хорошо началось, утро задалось. Вот тогда, значит, ночь была... Хорошо вы провели ночь, вы отдохнули. Гормон роста, чрезвычайно важный гормон, особенно для молодых людей, тех людей, которые занимаются спортом, он чрезвычайно важен для нарастания и мышечной массы, и репродуктивных функций. Он тоже ночью вырабатывается. И если ночью недостаточно адекватного сна и отдыха, к сожалению, ваш гормональный профиль в течение времени ухудшается. И это будет на всем сказываться, в том числе и на репродуктивных функциях, которые, к сожалению, с которыми, к сожалению, большие проблемы ныне у молодого населения. А в общем-то большая связь с питанием, с отдыхом, с нагрузками. Так, тобто це ось такий третій, ну, четвертий вже, так? Тобто Нет, стреси. Это третій, ми називаємо третій, це противодействие стресу, тому що, ну, не зможете ви противодействовать стресу адекватно, якщо ви не виспались з утра. Буде все нехорошо, ви будете тратить на всі свої нервні напряження большое количество кортизола, і к вечору його зовсім не останеться, где ж братися сила. Четвертый пункт касается уже головного мозга. Головной мозг – очень мощная структура, которая удерживает качество жизни в значительной степени. Мы себя уважаем, нас уважают, мы создаем какие-то продукты, мы радуемся жизни. А для этого нужно поддерживать ее все время в хорошей форме. Это тоже может быть не совсем то, что нравится, но это постоянное обучение. Если вы немножко... ну, как бы свой мозг напрягаете, очень ему на пользу. Да. Хотя он всячески старается этого избежать. Выход вот из этой самой пресловутой зоны комфорта достаточно бывает сложен. Но если вы его заставляете делать, растут количество синапсов, это соединение между нервными клеточками. Ага, пані Марино, а от що це таке? Ну, от є ж і перевантаження, так? Коли дуже багато діяльності такої розумової, так? Коли, наприклад, у студента завтра іспит, чи там, можливо, коли він щось не встигає, а починає дуже так активно думати і розмірковувати над чимось, і багато працювати, так? Тобто, чи може тут бути шкода для організму? Ну, конечно, может быть. Конечно, может быть. Перенапряжение не есть хорошо. Я говорю о достаточно, скажем так, монотонном напряжении на протяжении жизни, которое приводит человека к тому, что мозг постоянно работает, но в определенном достаточно для себя комфортном режиме. Если смотреть только телевизор, сериалы, то лет после 60 болезнь Альцгеймера скажет вам через телевизор. Здравствуйте, вот она я. Ось як. Так, бачите, як добре, що ми зараз розглядаємо молодість людини з різних аспектів. Тобто, вона повинна бути не тільки фізичною, не тільки фізіологічною, так? А ми ще й повинні розуміти, як можемо сприймати це розумово. Так? Тобто, людина повинна бути здоровою з усіх боків. Наскільки років можна збільшити своє життя в такому випадку?
На этот вопрос, скажем, никто в мире, наверное, вам однозначного ответа не даст, потому что это многофакторные процессы. С одной стороны, ну, мы все ж не идеальны, мы где-то в чем-то будем грешить, поэтому какие-то биохимические изменения в организме будут накапливаться. Насколько ваш генотип сможет их компенсировать, насколько вы разумно себя поведете, чтобы их компенсировать, это зависит от вас. Здесь нужно, конечно, хотя бы периодически обследоваться для того, чтобы блокировать эти процессы. Угу. И если, так образно сказать, что биохимия в крови, то есть результат работы внутренних органов, она очень медленно меняется. И порой болезни начинают накапливаться, как снежный ком. Вот когда он уже огромный, клинически начинает проявляться. То есть появляется симптоматика. Поэтому от того, как вы себя ведете, будет ваша продолжительность жизни очень сильно зависеть. И на сколько лет вы захотите ее продлить. Допустим, вы пользуетесь всеми этими простейшими рекомендациями, плюс добавляете еще одну важную, но все-таки следите за своим организмом. И тогда есть шансы, что это будет достаточно, ну, достаточно, вероятность удлинения будет больше. Но, к сожалению, на сегодняшний день никто в мире не даст вам гарантии, что, пользуясь даже вот тем, что называется здоровый образ жизни, вы прибавите ровно 20 лет. Угу. Это никто не скажет никогда. Никто не скажет. И если скажут, это будет неправда, потому что доказательной базы поэтому нет никакой. Поэтому то, что люди, которые все-таки имеют, соблюдают те принципы, о которых я сказала, они имеют лучшее качество жизни, меньше болеют, это точно. Угу. Ну, хоча б так. Бороться за это есть. Так, є сенс, звісно ж, взяти собі ось ці правила до уваги і, звичайно, жити так, щоб бути здоровими. Угу. Так? І це вже буде краще для вас. Ну, звичайно, якщо людина буде погано себе почувати, а буде довше жити, то кому ж це треба насправді? Так? Для чого таке життя? Чи є зараз у світі якісь, можливо, результати? От людство кожного року так намагається щось зробити, щоб подовшити життя людині. Чи є вже результати, на які ми могли би спиратись? Да, безусловно. То, что доказано, я уже озвучивала, это в плане питания, адекватного обследования для коррекции обнаруженных проблем. Есть проблема, мы ее снивелировали, мы тем самым продлили и качество, и в какой-то степени продолжительность жизни. Но вот измерить ее, мы же долгоживущий вид, это очень сложно измерить, насколько будет дольше жить тот человек, который сегодня вот для себя сделал какое-то положительное действие. Есть использование веществ, которые называются герпротекторы, то есть защитники от старения. Это небольшая на сегодняшний день группа препаратов, которые уменьшают развитие, вероятность развития онкологии, нейродегенеративных заболеваний, то, что называется ослаблением работы мозга с возрастом, и сердечно-сосудистых. Вот сердечно-сосудистым проще всего, как бы, а вот с мозгом, с онкологией посложнее. Но все равно уже есть препараты, которые мы можем рекомендовать, они имеют доказательную базу. Хотите, ну, иметь хоть какие-то дополнительные выгоды для своего здоровья и продолжительности жизни. На сегодня это... Вже можна користуватися. Да. Пані Марино, я вам дуже дякую за цю інформацію. Насправді, скільки завжди говорять про те, що потрібно собі якість життя мати, мати гарну якість життя, треба слідкувати за собою. Всі ми знаємо про це. Але от ви сьогодні справді довели кожен пункт, чому саме потрібно це робити. І насправді ми будемо здоровіше, ми будемо довше жити. Тут вже 100%, бо це залежить лише від нас, від нашого бажання хоча б бути здоровими. А далі, ну і може і далі будемо довше жити. Тому дякую вам, приходьте ще, будемо чекати, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.